салоне угодных. Ты знаешь, он может уволить, он может убить. Твой папа фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, просто фашист. Просто жесток. Быть может, ему не знаком Шопенгауэр, но воля и власть — это все, что в нем есть. И я не пойду за ним. Я вижу плоды могучих иллюзий. Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест. Мой папа фашист. Называть кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить. Ваш Мутин фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, просто фашист. Покрытые пылью есть, а тебе сталь, что в них не так уж важно, гораздо важнее, кто за ними встал. А за ними встали бывшие работники комитета государственной безопасности, безопасности, бывшие ЦК КПСС. Не говори мне о том, что он добр, не говори мне о том, что он любит свободу. Я вижу его детей, их трудно любить. А твоя любовь — это страх. Зло неугодно, завтра тебя уволят и могут убить. Ваш Мутин фашист. Не смотри на меня так, я знаю точно, просто фашист. Не смотри на меня так. Ваш папа фашист. Наш папа. Флаг России без кроваво-красной полосы.